Сегодня президент встречался с представителями крупного бизнеса и поручил пересмотреть в перспективе механизмы поддержки предприятий. Также он указал, что необходимо проработать меры стимулирования для развития малого бизнеса. Правительству поручено проработать возможность льготного доступа к гостендерам для среднего бизнеса. Отдельно Касым-Жомарт Тоқаев остановился на взаимоотношениях предпринимателей и госаппарата. Госаппарат не должен видеть в каждом бизнесмене потенциального нарушителя закона. Такой подход порождает репрессивный по своей сути характер администрирования. Государство обязано помогать предпринимателям. Этот момент хочу выделить особо. Именно помогать. Президент подверг критике ситуацию с господдержкой бизнеса, отметил, что в ряде случаев целью создания бизнеса становится возможность получить субсидии от государства, а не сама предпринимательская деятельность. В этой связи Касым-Жомарт Тоқаев поручил правительству обеспечить качественную перезагрузку механизмов мер поддержки. Высказался президент и о бизнес-климате в стране. Бизнес-сообщество по своему персональному качеству является перманентной величиной. Меняются акимы, министры, премьер-министры и даже президент поменялся. А предприниматели, особенно те, кто представляет крупный бизнес, те же самые. Это говорит о стабильности бизнес-климата в нашей стране, последовательности политики и поддержке государства в отношении предпринимателей.